Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Карадима Татьяна, я критик международного конкурса Golden Time. И как критик конкурса хочу отметить, что цель международного конкурса Golden Time – дать возможность всем творческим личностям без ограничений творчески выразиться. Также было предложено к моему вниманию на этот раз много портретов. Отмечу имена участников, работы которых меня больше всего заинтересовали. Екатерина Лаврушина, 10 баллов. Екатерина Костил, 9 баллов. Екатерина Допира, 9 баллов. Дарья Хузик, 10 баллов. Байдюк Татьяна, 10 баллов. Айяна Тупшиева, 9 баллов. Александра Благовещенская, 2 работы. Более всего меня заинтересовали работы этого участника конкурса и Екатерины Лаврушиной, отмечу. И Вероника Мороз, 9 баллов, 2 работы, одна из которых была в технике как мозаика. И Андрей Савин, 9 баллов. Мелания Кондратенко, Бойко Ольга, 9 баллов эти работы. Стьерина Ангелина. 9 баллов. Это была детская работа, отмечу. Наиболее меня заинтересовала. Каждая работа, это практически каждая работа, это гармоничное отражение цветов. Чувствуется любовь к жизни, творчество, внутренний голос, положительные эмоции, динамика исполнения и мастерство. Поэтому многие работы, и вообще можно сказать, что это роль искусства в жизни человека, перенесли меня в мир света, радости, грусти, переживания и заставили задуматься. Благодаря работам участников я путешествовала. Благодарю вас за эту возможность и поздравляю вас с участием в этом конкурсе, потому что действительно это уникальная возможность для вас. На этой ноте хочу попрощаться с вами и пожелать всем творческих успехов. И до новых встреч. До свидания.